Здравствуйте, меня зовут Яна. Сегодня хотела бы вам рассказать историю о том, как же я попала в коралловый клуб и что он мне дал. Как бы ни хотелось, но моя история не настолько веселая. И в какой-то степени она даже очень грустная. Мне 19 лет, 6 лет из которых я пролежала в больнице, из которых было проделаны две неправильные операции, поставлены миллиарды разных диагнозов. Это кишечник, синдром Пайера, Дариха Сигма, это кисты яичников, это мигрени и все возможные другие диагнозы: сердце, печень, все, что возможно, то у меня было. В тот момент, когда в Украине уже поняли, что лечить уже невозможно и просто не знают как, меня родители отправили в Италию. В Италии ситуация не поменялась. И, как говорится, было бы счастье, да несчастье помогло. Я познакомилась с человеком, который мне рассказал о концепции здоровья. Хоть я и скептически к этому отнеслась, моя семья это не поддержала, так как есть медицина, есть лечение, больницы и всему тому подобное. Но в конечном итоге я поняла, что у меня выбора нет. У меня нет другой возможности попробовать. И мои родители смирились, потому что, когда ты видишь, что твой ребенок не может жить полноценной жизнью, когда он не может заниматься спортом, когда он просто не может нормально передвигаться, как другие, это сложно. И я решила довериться концепции, решила проверить. И чтобы вы понимали, спустя 2 недели решился первый вопрос с кишечником. Так как у меня были серьезные вопросы с походами в туалет, с тошнотой постоянной, с рвотой, с головными болями, это был первый серьезный результат, который мы не добились серьезнейшей операцией по удалению 70 сантиметров кишечника. Второй момент – это после прохождения детокс и антипаразитарной программы у меня полностью ушли кисты яичников. И после чего мне больше не нужно было пить гормональные таблетки, ходить по больницам обратно же и просто обратно нервничать и переживать те боли, которые у меня были. Последний мой результат был после коловады. У меня полностью прошли головные боли, боли при менструации. И я вам скажу такую вещь. Это то чувство, когда ты не лезешь на потолок, то чувство, когда ты просто сейчас живешь полноценной жизнью, ты не думаешь о том, что ты выйдешь из дома и упадешь в обморок. Ты не думаешь о том, что ты выйдешь из дома и тебя прихватит живот, что ты пойдешь в фитнес-зал и ты не сможешь ничего делать. И я безумно благодарна коралловому клубу, безумно благодарна концепции здоровья, что меня просто смогли избавить от всего того, что меня очень сильно тревожило, что тревожило мою семью и всего тому подобное. Поэтому я безумно, еще раз повторюсь, я безумно благодарна коралловому клубу, и это невероятно.